тормозим, а здесь быстрее идем. Ворота попали. Выровнялись, ребят. Из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Магадана и Читы, Братска, Сызрани и Барнаула, Алтайского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области, Новосибирской, Владимирской и Нижегородской областей. Дорогие друзья, духовая музыка в России имеет глубокие традиции. Духовые оркестры были непременными участниками парадов, сопровождали воинов в походах. Рождается образцовый детский духовой оркестр «Peace Band» детской музыкальной школы Карасукского района Новосибирской области. На сцену приглашаются председатель жюри, начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер, генерал-лейтенант, народный артист Российской Федерации, профессор, член Союза композиторов России Валерий Михайлович Халилов. От всей души поздравляю всех участников, лауреатов, естественно, победители с этим событием. Спасибо. Специальными дипломами награждаются лучшие солисты фестиваля. Также награждается Народный духовой оркестр Дворца искусств города Братска Иркутской области. Руководитель Наумов Олег Викторович, дирижер Матаев Олег Васильевич. Заключительного этапа 6-го Всероссийского конкурса духовых оркестров имени Михайлова 3-й степени награждаются. Диплом лауреатов первой степени награждаются образцовый духовой оркестр детской школы искусств. Легендарный Севастополь. Плац-концерт образцового духового оркестра «Ритм Бэнд» детской школы искусств номер 8. Thank you.
Слава! Слава героям-бойцам, Родины нашей отважным сынам!